Он такую вот птичку нашел. Что это за птичка, непонятно. Птенец. Похоже, выпал или вылетел из гнезда. Но летать еще толком не умеет. Буквально пролетит чуть-чуть, и все, и падает. Но хорошо цепляется лапками. Он за эту поверхность прям. На шершавое, конечно, он цепляется прям очень хорошо. Он смотрит на меня так с удивлением. Дал ему водички. Не знаю, напишите в комментариях, что это за птичка. И птенец ли это. И что вообще с ней делать. Я хочу ее просто оставить. Ну и пускай сам выживает в природе. И подписывайтесь на канал. Всем пока. Так, птенец наш сидит здесь. Думаю, надо его отнести куда-нибудь в траву. Домой не буду его забирать, потому что, мне кажется, это заведомо неправильно. Здесь летают хищные птицы, поэтому сажу его куда-нибудь в деревья, чтобы он был в безопасности. Допустим, вот сюда, вот куда-нибудь. Иди, землик. Иди на дерево. Не хочет тут цепляться. Оп, оп. Так, с одной. Ах ты. Держится все равно. Цепляйся давай. Вот. Все, оставили его на дереве, в траве. Надеюсь, все будет хорошо у него.